Якутянам стоит достать из гардероба самую теплую одежду. По прогнозам синоптиков, на всей территории региона морозы ниже 45 градусов сохранятся на длительное время. Холоднее всего в Верхоянске. Там в эти дни столбики термометров опустились до отметки минус 60. В Якутске стойкие минус 50 сохраняются уже несколько дней. Школьники начальных и средних классов перешли на дистанционку. Морозы уже подбираются к Ленску и Мирному. Буквально сегодня проходит циклон по крайним западным районам республики, поэтому в Мирнинском и Ленском районах ожидается небольшой снег, порывистый ветер до 10-15 метров в секунду, поземки и повышение температуры до минус 32 градусов, местами до минус 20-минус 23. И в последующем в тылу данного циклона будет заходить мощный холод, поэтому в западных районах температура воздуха понизится на 10-15 градусов. Холод в Мирнинском и Ленском районах задержится почти на неделю. По ночам специалисты прогнозируют до минус 50. Днем незначительное потепление. Введут ли власти районов актированные дни на территориях, пока неизвестно.